коровы выделяют кислород у коров, а молоко это, я не знаю, от чего белое молоко, а трава зеленая. Белой травы не бывает. А молоко почему тогда белое? Не знаю. Трава сочная, когда коровы ее ест, сок выжимается. И вот получается такое молочко. Сначала оно переваривается, а потом получается белое молочко. Сок в этих травах, он такой прозрачный или либо белый бывает. Потому что из травы делается молоко. Да, даются. В траве содержится вода, то есть она перерабатывает корова все в желудке. И потом это все как молоко делается. А может, корова в молоко пищевой краситель просто добавляет? Потому что молоко белое. Ну, корова сама белая. Некоторые коровы сами белые. Молоко бывает желтое, когда его замораживают, а когда его не замораживают, он белый.